Пятикурсница Дыяна Ратнер спостигает профессию врача не только у стена Гомельского медуниверситета. Она проходит навучание на лечебном факультете и параллельно отрабатывает практичные навыки у областной клиничной больницы. Знайти место по специальности, как оказалось, не так и просто, а лишь ее и пошанцевало. Я искала работу с 4-го курса, вот как 3-й курс закончил, и сразу начала искать. Не было такой возможности, все места студентами были заняты, но в мае месяце я нашла место в областной больнице. Спасибо большое коллективу нашего отделения оториноларингологического. И у меня много друзей, которые с моего курса, с младшего, со старшего работают в отделениях. Ну, колоссальный опыт для того, чтобы стать хорошим доктором в будущем. От такого супрацовництва выгода усім. Керавництва говорить, нараканяў до працы будучих врачов нема. Студенты спостигают азы профессии с практичной кропки гледжання. У нейким сенсе по паскоренной программе. А у штатного медперсоналу з'являється больш часу на допомогу тяжкохворым пациентам. После 3-го курса они имеют право работать, студенты, в качестве средних медицинских работников. Поэтому они оказывают большое подспорье нам, а в 2016 году, то есть в этом году, уже сформировано 4 отряда из студентов по 10 человек. Они работают в отделениях, в хирургических отделениях, в реанимации, в нейрохирургии. В общем-то, в таких достаточно ответственных, серьезных отделениях. Зараз на Гомельщині студотрадовский рух набывает все больший размах. Яно и зрозумело, молодь активно хочет проявлять себе у разных сферах деятельности. И добра, коли в этом жадании их подтримливают. Те люди, которые у нас здесь и в студенческих отрядах, они на сцене, они в спорте, они в общественной жизни. То есть они социально активные личности, которые, я думаю, что не подведут в будущем и наш университет, и нашу страну. Наталья Игнатенко, Ганна Ковалева, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».